Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру, которая называется «Болотная атака». И у нас 11 уровень. Так, зайдем в магазин и посмотрим, что у нас есть. Так, а если я возьму... Давай-ка М16 я возьму, ребята, да? Возьмем его лучше. Так, подожди, подожди, что ты мне со своими боеприпасами-то все тычешь в лицо? Так, по взрывчатке у нас что? Один аккумулятор, два кислотных дождика и один холодильник. Я думаю, что аккумуляторов нужно взять. Не хватает, не хватает. Тогда мы можем взять знак стоп, на всякий случай, мало ли там чего. Ну что, ребят, вроде бы как готов. Не знаю, получится пройти, не получится. Поехали. То есть все у нас через боль. Так, давай повесели меня, называется уровень. Офигеть, блин, я на УЗИ, ребят, не купил патроны. Ой, ну бас, ну бас я, а. Так, слушай, иди отсюда с аркебузой, тут стоит он мне. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, минус. Ну. Минус, отлично. Давай перезаряжай пока по-быренькому давай. Пока эти крысята тут у нас вдалеке. Причем они не защищенные, а обычные. Так, смотрите. Там у нас идут какие-то бочки. Естественно, в бочках сидят сыночки. Сейчас мы их будем вот так, ребята, через М16. А знаете, чем, ребята, М16 лучше огнемета? Именно при бочках. Не знаете? А я вам объясню. Потому что огнемет не очень хорошо работает против бочек. А М16 очень даже хорошо работает. Так, подожди, подожди, я тут с вами заговорился. Ядрить тебя... О, спасибо. Так, слушай, нам пора вот, наверное, вот эту штуку запускать. Вот, давай пока быстренько перезарядимся. Пока у нас тут... Да как вы стреляете, гаденыши? Вы же под электрическим током, а? Олухи. Так, крокодилы. Ты посмотри, что происходит, а? Воу-воу-воу-воу, они вообще разбушевались, не на шутку. А если я вот так вам сделаю, а? Вонючки мелкие. Давай, перезаряжай быстрее свой дробаш. Блин, у нас здоровья-то сколько мало, а? Ой, как мало у нас, ребятулечки, здоровья. Так, крокодилы. Что сделать? Давай кислотный дождь запустим. Он хорошо, по-моему, поджигает, насколько я помню. Надеюсь, за такой промежуток короткий ничего не поменялось. Нет, смотрите-ка, горят. Очень великолепно горят они. Ага, а вот в бочках, наверное... Им пофиг. Так, бросаем. Нет, 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 нет. Ребята, меня обманули сейчас только что. Меня просто шваркнули. Иди сюда. Давай, 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 давай. Придется тратить. Придется, ребятушки. Мне уже надоело перепроходить этот уровень 300 раз. Ты посмотри, они все прут и прут. Они прут и прут. Они меня просто вынудили потратить на это все, ребята, бонус. И аптечку дали они под конец. Молодцы! Ничего не скажу. Молодцы, просто круто. Круто сработано. Как меня бесит этот дробовик. Еще даже дали аптечку. Надо, ребята, укреплять нам наше жилище. Это точно я вам говорю. Иначе дальше никак. Так, сколько у нас тут? Оу, надо смотреть, конечно, ребят. Так, и мы с вами зарабатываем. Ух, 12 тысяч, вот это я понимаю. Вот это я понимаю, выигрыш 12 тысяч, так. Что мы можем с вами приобрести? Ну, я уже думаю, что надо нам 100% улучшать М16. А если я его улучшу, я, естественно, не смогу купить боеприпасы. Вот так вот, ребятушки. Бабуля надвое сказала, либо-либо, как говорится, выбирай. Ну, УЗИ я точно не буду улучшать. А вот здесь вот надо будет нам... Ох, у нас очень большие проблемы. Так, 5 аккумуляторов. Кислотный дождик. Давай возьмем знак стоп. И пару холодильничков. Все, ребят, пока все. Так, по оборонке у нас что? По оборонке у нас ничего. Поэтому погнали с вами на 12 уровень. Надеюсь, он пойдет намного лучше. Вижу болотных монстров. Началось. А-а-а! Воу! Комарьё, как-то так нежданно, негаданно это было сейчас для меня, ребят, вот серьезно говорю. Так, этот меня достал тут.
Дай-ка я сделаю так. Оу, зачем? А, нет, нормуль, нормуль, ребят. Я думал, что этот сейчас схавает. Но он не схавал. Он не схавал. Давай, дождик, давай, бомби их. Налево и направо, они лопаются, как эти. А вот эти вот бочки мне здесь нафиг не нужны. Давай, давай, перезаряжайся, пока этот охламон тут вдалеке. Ну, дробовичок, ну... Так, что у нас тут? Ага. Не тут-то было, он думал, на дурачка напал. Хренушки ему. Стоим, ребята. Ничего лишнего не делаем. Они сейчас у нас тут сами подохнут все. Так, дробовик, перезаряжайся. Слушай, ну я вам скажу, что дождик, по-моему, вообще имба. Дождик и аккумулятор. Нет, ну знаете, в чем разница? Что у аккумулятора есть ограниченная зона действия, а у аккумулятора такой зоны нет. Точнее, у дождика. Дождик по всей... Оу! Вы что, серьезно, что ли? Ты прикинь, кого они сюда вызвали? Ребята, они вызвали сюда комара. Гигантского, да-да. Точнее, это не... Нет, это комар, по-моему, все-таки. Который в меня, гад, плюет еще, а? Он попадет под зону-то, под эту? Почему? А почему мы, интересно, его не можем аккумулятором бомбануть, а? Ребят, в чем проблема, я не пойму. Он что, такой особенный у нас здесь? Так, кузен, ты как-то хреново, честно говоря, работаешь? Но... Твою ж маковку, а. Все боеприпасы, ребят, потрачу. Ладно, пока он здесь у нас летает, я могу его спокойно бомбить. Даже могу спокойно перезаряжаться. Я-то думал, что он на нас полетит, но нет, он тут, видите, юлит. Так, а теперь нахлобучим его. Но вообще не наносим дамагу. У него порвалось что-то. Эй, комар, очнись, у тебя порвалось что-то. Так, ладно, давай его добьем, в конце концов. Он же тут надоел летать. Вот это, ребята, еще раз говорит о том, что дробовик — это просто никчемность полнейшая. Ну вот смотри, вот сколько я в него уже бомблю. Единственное, радует, что я монетки зарабатываю. Вот, стреляем по нему, по этому гаду. И никакого дамага. Там по чуть-чуть буквально. Просто по чуткарю. Мне не хотелось бы тратить наши патроны на М16 или на УЗИ. Будем его вот так вот разбомбливать. Кстати, здесь даже выгодно монетки зарабатывать. Вот так вот стоишь, бомбишь его, и монетки. Уточки эти пол... Оу! Воу, вот это круто, ребята. А что нам, интересно, даст арбалетик-то вот этот? Должен где-то 20-ку заработать, да? Ну, почти 21 тысячу. Вот это я понимаю, вот это выигрыш. Так, ну что? Улучшить, улучшить, улучшить. Ага. Мы можем с вами улучшить обшивку. Погоди-ка секунду, хочу посмотреть оружие. Что такое? Арбалет. Убивает ряд монстров одной стрелой. То есть любых или как? Ладно, в любом случае надо боеприпасиков купить. Слушай, улучшить, блин, или... Не, давай, наверное, все-таки мы улучшим с тобой оборону. Кто-то скажет, что это чушь полная, а я считаю, что это нужная вещь, ребята. Оборону себе укреплять. И, конечно же, я куплю дождик кислотный. Дождик кислотный и возьмем, наверное, все-таки пару аккумуляторов еще. Все, хорош, я думаю, да? Так, а у нас получается арбалет вместо М16, да? Угу. Ну, я буду надеяться, что мы не прогадали с вами. Поехали. У нас 13-й этап. Так, с монстрами переговоров не ведем. Как мощно. Ну, давай проверим арбалетик. Я могу сказать вам, действительно, арбалетик — это хорошо. Это очень хорошо. Так, рыбка, ты достала. Отвлекает меня, а? Мелкая говнюха. Что там нам? Аккумулятор выпал? Спасибо большое. Ну что я могу сказать? Арбалет вроде бы неплохо. Но, естественно, он не сразу убивает, как там говорилось. Но, тем не менее, бомбит-то зашибись. Оп, аккумуляторик так невзначай с вами подкинули, да? Да.
А и рыбки погибают отлично по красоте. Но как ты меня бесишь, дробаш. Хорошо. Давай-ка кислотный дождик запилим. И будем пока перезаряжаться себе спокойненько. Так. Вот так вот, давайте, давайте. Снимайте, снимайте каски. Снимайте свои вонючие каски, говорю вам. Вот. Так, пол волны мы с вами уже прошли. О-хо-хо-хо. Комарики, комарики на воздушном шарике. Нужно их обязательно, ребят, бомбить. Так, последний ежик. Так, не буду я на него тратить целую стрелу. Зачем? Я понятия не имею. О! Так, ряд, да? Фиг с ним, с этим рядом. Или не фиг с ним. Давай посмотрим. Вот так вот как смачно это у нас получается. Арбалет вещь. Ну, у нас, ребята, все, вещь до поры до времени. Потом почему-то у нас это становится не очень хорошим оружием. Спустя там пару-пару уровней, да? Или перейдя на следующий эпизод. Ну, давай, 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 давай. Оп. Так, крокодильчик, вали. Кстати, у нас намного повысилось здоровье у нашего домика. Вот что мне интересно было бы знать. Для меня это, конечно, остается загадкой, потому что есть общая полосочка здоровья, но а сколько у нас вообще его, неизвестно. Так, давай дождь допиликаем. Подкрепимся маленечко. Ай, красота. Ну, посмотрите, ну просто сказка какая-то. Опс, 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 опс. Пускай эти рыбки там дохнут. Они нам не нужны. Ёпрсте, эй-эй-эй-эй-эй. Давай так делать. Жух. Джух. Да блин. Я офигею, ребят. Я офигею с того, как он стреляет. Забавно. Все? По-моему, все. Так, 2700 плюс 3900. И тут еще, о, 7800. Двойная награда, конечно же, двойная. 14... А, 15600 даже. Я думал, 14 тысяч нам достанется. Ну так живем, елки-палки, ребятули, живем. И на этот раз я действительно что-нибудь улучшу. Арбалет, 8 тысяч. Боеприпасы, конечно же, закупим. Так, УЗИ. Растратились неплохо с вами, поэтому докупаем. Кстати, да, я потратил очень много взрывчатки. Так, аккумуляторы и кислотный дождь очень мне хорошо понравился, очень нам помогал. Поэтому закупимся. И переходим с вами на 14 этап. Ух, жалко я не могу, ребята, дробовик поменять. Осторожно, взрывоопасно. Ну, понятно, почему тут взрывоопасно все. Потому что у нас вот эти вот ханорики плывут. Давай, батарейка, бомби их. Ой, как красота какая, а. Просто сказка. Прям бальзам на душу, когда я вижу, когда они погибают, ребят. Мелкие, злобные. Давай, дождик. Ха-ха, горят. Горите, горите. Ой, как их дождь классно бомбит. Слушай, они такие же слабенькие к кислоте, как и крокодилы. И это мне нравится. Расстрел. А вот коктейль Молотова, я считаю, ребята, уже не актуальным. Ни коктейль Молотова, ни динамит. Это, я считаю, вообще полная ерунда. Ну, это я так считаю. Может быть, кто-то считает по-другому. Так, 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 так. Расстрел, расстрел этих голубчиков. А что я мучаюсь-то? У нас же есть вот что. Вот и все, делов-то на копейку. Идут крокодильчики, да, значит? А мы сейчас вот так вот, хоп! Хоп! Ты видишь, как классно происходит все? Жух! Ой, как крыло... Тихо, 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 вот это лишнее. Вот это лишнее, говорю. Комарье это... чертово прилетело, москиты! На кровь нашего Джо прилетели, да? Унюхали, что Джо здесь сидит, одинокий, бедный, грустит. Ух. Отлично я справился, считаю. Так, сколько у нас тут? Красота. Если у нас так дальше пойдет, вот такие вот выигрыши будут, да? То мы с вами, может быть, даже очень неплохо разовьемся. Так, естественно, придется немножечко докупить в данный момент боеприпасы на УЗИ и на арбалет. Так, сколько у нас? 11 тысяч. Что мы можем с вами приобрести? Так, здесь, походу, ничего, да?
Совсем ничего не хватает. Надо будет как-то кузена улучшить. 20 тысяч надо, обалдеть. 20 тысяч. Огнемет я пока брать не буду, хотя вы мне написали в комментариях, что он наносит офигенный урон. Но, не знаю, ребята, мне кажется, что арбалет в данный момент лучше. А почему у нас 16-й, 17-й уровень под замком? А, ну правильно, под замком, потому что я до них еще не дошел. Поехали. Опять у нас сейчас тут все, ребят, похитят. Внеземные объекты, вот так называется у нас уровень. Так, тихо, иди сюда. Оп, кислотный дождик, спасибо большое. Так, ну бобры, насколько я помню, они не особо боятся кислотного дождя. Да? Они не очень боятся, так что... Да иди ты! Давай потратим уж тогда, что же делать. Офигеть. Ну как бы тратится здоровье, но не так быстро и не так сильно. Так, а вот эта вот мразь мне здесь не нужна. Так, рыбка, где-то холодильничек вернись. Я не знаю, кого подбивать, или эти, или призы брать. Блин. О, подбил я ее. В чем проблема-то? Проблема здесь в том, ребята, что... А, нет, замораживаются. Давай. Мне бы, знаете, патрончики для моего арбалета не помешали бы. Если честно. А ты-то откуда взялась, рыбка? Пропустил, ребята, я тарелочку летающую. Ай-яй-яй. Погрешность. Коктейль Молотова. Ну ладно, давай бросим туда вон им. Пускай горят, пока дойдут. Холодильничек. Ну что, начинаем бомбить. Ну... Отлично. Так, иди. А! Ну, погибнешь ты? Погиб. Черт, я не успеваю. А, нет, успел. Ребят, два этих медали. Две стрелы плюс аккумулятор. Только не говори, что это босс. Только не говори, что это босс, блин. Именно он идет сюда. Ну, пакость, а. Давай-ка вот так вот бросим, наверное, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, давай из арбалета посмотрим, сколько. Блин, слабо. Слушай, он подходит. Он все ближе и ближе подходит. Давай-ка я еще вот так аккумулятор брошу. Это только пол волны. Я боюсь, что будет, наверное, еще один, ребята, барсук этот. Бобер, блин. Я по-другому слов-то на него не найдется. Давай так сделаем. Раз. Два. Три. Четыре. Отлично. Летаешь? Спасибо. Долетался. И рыбки плывут. Это, ребят, не рыбки, блин. Это пираньи. Давай дождик вызывать. С одной стороны, все-таки хорошо, ребят, что я укрепил себе обшивку. Это очень классно. По крайней мере, не так здоровье у нашего домика уменьшается. Вот и аккумулятор. У нас всего в данный момент один аккумулятор. То есть, если сейчас выйдет, не дай боже, босс, я не знаю, что с ним будем делать. А он стопудово еще появится, мне кажется. Вот сейчас, вот в этой волне. Как в воду глядел. Ёпарасоте, ребят, вон он идет. Вон он идет. Холодильник нам выпал. Ну, давай так сделаем. Еще один аккумулятор. Слушай, может быть, как-нибудь... Вот. Набрали немножко с вами боеприпасов. И, возможно, у нас все получится. Давай бросим еще один аккумулятор. О, стрелы у нас для арбалета есть. Слушай, я думаю, мы выкрутимся. Давай вот так вот делать. Хоп. Ладно, фиг с ним, ребята. Это простительно. Но... Их можно тратить. Вот эти вот патроны можно, ребят, тратить. Они идут нам неучтенкой. Ух. Так, сколько у нас тут бонуса? Так, 4500. Оу. 9, 6, сейчас 18 тысяч. Даже 19. Итого у нас сколько? 19 тысяч. А, 18-20. Что-то у меня вообще с математикой слабенько как-то. Так, 24 тысячи. Давайте, наверное, мы с вами улучшим по оборонке. Что у нас тут?
32. Колья, может быть, улучшить, а? Или кузена? Давай я, наверное, улучшу кузена. Сделаем так, и теперь надо закупать нам боеприпасы. А, у нас тут все по максималке, ребят, мы с вами ничего не потратили. Так это ж хорошо. Надо нам только прикупить. А ничего не надо, у нас всего хватает. У нас кислотный дождь есть, батарейка есть, все отлично. Энергия тоже пока еще есть. И мы с вами переходим на 16 уровень. Ух! А там уже недалеко и до босса. Запретное болото. Угу. Так, а ну-ка, горите, сопляжуи. Почему-то кислотный дождик им больше наносит урона, чем я из своего дробовика. Не подходи к моему домику. Давай так сделаем. Оп. Оп. Вот так вот, шикарно. Великолепно просто. Пошел прочь. Отойди от моего дома, гаденыш мелкий. Так, тихо, тихо, тихо. Давай дождик вызовем. Сейчас мы их тут почикаем всех. Видишь, как делают хитро. Вызывают чувачков вот в этих бочках, да, и... Тихо, что-то летит. Опа, нормуль. Я, ребята, отбил. А не зря я кузенчика-то все-таки улучшил. Помогает мне, как-никак. Так, ребята, 3 стрелы всего. Оу. Слушай, это плохо, 3 стрелы. Еще, ребята, мы с вами достали батарейку. Тихо, 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 бочки. Вау, увидели, как я? Мастер-бой, елки-палки. Так, погоди, не нравится мне вот этот вот. Оп. Опа. Блин, зря я, наверное, последнюю стрелу-то бомбанул. Это было глупо. Это было, ребята, глупо с моей стороны так сделать. А? Комарьё, получили? Зажарьтесь электричеством. Это вам как электрический стул. Ну. Давай, 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 давай. Пробиваем. Так, эти у нас в бочках тут ныкаются. Ладно, пускай подойдут поближе. Там все равно у нас будут жуки, я больше чем уверен. Хе-хе-хе. Так, кузен, займись-ка этими охламонами, пожалуйста. Ну, молодец, слопал. Так, и, грубо говоря, у нас почти... Да, это последняя волна, я надеюсь, на это. Начнем палить. Вот я вот сколько, ребят, смотрю, и мне кажется, невозможно здесь пройти, не применяя вот этих вот аккумуляторов, дождей. Просто невозможно пройти. Хотя, если бы было бы, например, все раскачано, развито бы очень сильно, то почему бы нельзя было бы пройти? Наверное, наоборот, можно было бы. И улучшение вот этих вот аккумуляторов, ребята, он... Влияет не на дамаг, а влияет на то, как дольше он действует. То есть сейчас он действует мало, да? А потом он будет действовать очень-очень долго. Все, справился я и с этой волной. Дайте мне, пожалуйста, побольше денег. Побольше денежек дайте мне, а? Так, отлично. Наши кровные мы получаем, да? 16-160 и двигаемся дальше. Так, остается 2 уровня, ребят, до босса. Я потратил очень много кислотного дождика. Я потратил очень много, кстати. А почему это у меня знак? Давай-ка мы возьмем. Вот. То-то и оно. Я думаю, что-то не хватает. Зачем мне этот коктейль Молотова? Да? Вот, теперь у нас все гармонично. Так, холодильничек давай, наверное, возьмем. Вот так вот, 4 штучки. Я просто, ребят, подготавливаюсь к боссу. Там будет босс у нас. Так, что-нибудь улучшить можем. Мы можем улучшить УЗИ, огнемет. Оу, и арбалет. Естественно, я буду улучшать арбалет. Вот так-то. Ну что, 17-й этап. Энергии, надеюсь, нам хватит до босса. Так, я король болота. Даже вот так вот. Громкое заявление. Хорошо. Жалко, у нас нет такой штуки. Ну, я уже говорил, ребят, что во время того, как мы, например, переставляемся с вами на другое оружие, да? Оу-оу-оу-оу-оу. Чтобы он в этот момент перезаряжался сам. А так приходится мне перезаряжаться самому, ребят. Ну, как-то не айсово это все дело. Ёк-коломена, что-то тут чересчур как-то угарно пошло все, эй. Вроде и УЗИ улучшенное, все нормуль, но... Как-то не особо хорошо заходит. Так,
Рыбки, сгорите. Опять эти охламоны идут. Так, опс, опс. Батарейку срочно бросаем сюда, батарейку. Блин, вот копишь, 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 а потом из-за каких-то вот таких вот мелких сопляжуек, рыбок, нам приходится, ребят, все тратить это дело. Все, по-моему, да? Отлично. Идут охламоны. Так, стоп. Кидаем знак стоп. И этот знак стоп у нас только для кого? Вы поняли, для кого? Только для ежей. А мухи и комары почему-то все равно пролетают. Парадокс, но это работает, ребят. Так, ну давай. Все, я подбил. Смотри, смотри, как настойчиво гад пилит меня. Пи. Пи. Да на ты успокойся уже. Достал, серьезно. Так, комары. Мультиубийство. Так, я не знаю, давай кислотный дождь бросим. Как я ненавижу эти пираньи, ребят. Нет, 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 не надо уничтожать меня, пожалуйста. Это же последние монстры. Последние монстры, есть, блин. Да что ты. Это офигеть. Ух. Сделал я, да, их, по-моему? Чувствую, скоро будет босс. Да, я, кстати, тоже. И не зря нам начинают давать вот эти всякие подарки на халяву. Ну, естественно, мы будем смотреть с вами рекламу за копейки, за деньги. Потому что они мне очень сильно нужны. А я не могу, ребят, посмотреть, потому что кончились, видимо, попытки. И это меня опечалило вдруг. Так, боеприпасы, конечно же, докупим. У нас день... Ой, 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 какие там дальше у нас будут, а? Штучки вкусные. Так, ребят, я не знаю, какой босс. Слизняк, может быть, он вдруг боится огнемета. И огнемет бы здесь как раз хорошо бы зашел. Но арбалет, я думаю, тоже будет не лучше, не хуже. Поэтому оставим. Нужно нам закупиться как следует. Потому что мы можем с вами сплавить ошибку. У нас уже, точнее, не ошибку, а шанс. У нас, если что, есть улучшение. Ладно, все, вот так вот. Поехали. Босс. Да не надо мне вот твоих перчиков. Босс, собственная персона. Какой-то слизень. Болотный, суя. Болотный монстр, так называется, ребят. На УЗИ-то не купил, вот дурила. Ой, я дурила, дурила, дурила. Ребята, мне это может боком все выйти. Подожди, какая, блин, какой коктейль Молотова? Мне нужен был дождь кислотный. Здравствуйте, блин, приплыли. С какого, блин, вдруг перепуга-то? Кузен, скажи-ка мне, с какого перепуга у нас тут... Я не знаю, что делать. Я просто не знаю, ребят. Ну как нам мог достаться коктейль Молотова вместо, извините меня, кислотного дождя? Ну вот из-за этого мы, наверное, можем с вами проиграть. Смотри, кто ползет. Интересно, ты хорошо горишь, упырь? А? По-моему, по барабану. Ой-ой! Это нежданчик для меня. Так, хорош уже баловаться тут. Дай-ка я его заморожу. И расстрел, расстрел. Давай-ка вот так, с арбалета. Так, кузен, займись этими... Как их там назвать-то? Кто кого передамажит, да? Ты так хочешь сказать? Ну ладно, давай попробуем. Заморозку. А? Сычок. Что? Ребят, у меня очень мало стрел. Надо еще замораживать. Да блин! Да ну это несерьезно. Ну, посмотри, что это с дробовиком? Вообще калечно все получается. Слушай, а молния-то его, по-моему, не бомбит? Нет, не бомбит его молния. Ха-ха. Замечательно тогда. Что я могу еще сказать? Заморозка. У нас остался только лишь дробовик с вами. Только лишь ребятули дробовик. Надо же, мне подкинули холодильник. Ты представляешь? Так, давай я брошу его. Он бросает в тот самый момент, когда я перезаряжаюсь. Ты понял? А-а-а! Так, давай еще заморозку бросим. Твою ж дивизию, а. Кузен, ты бы хотя бы...
облизывал бы бочки эти, которые он бросает в нас. У нас с тобой ничего нету, мы же с тобой можем проиграть, Кузя. Очнись. Очнись, радость моя. Давай, я жду, когда там бочку бросишь. Оп, ага, не поймал. Я, ребят, не поймал. Да что ты делаешь-то? Вот тупырь. Ребята, а как он мог пройти? Знак стоп еще стоит на месте. Полнейшая фигня, ребят, получается. Здоровья у него мало. Я надеюсь, мы его сможем сейчас все-таки добить каким-то макаром. Если он быстрее не добьет нас. Поехали. У меня больше ничего нету. Ага. Я аккуратно, аккуратно, ребят. На! Ну! Отлично. Перезаряжаемся. Перезаряжаемся, еще раз говорю. Ать, подловил. Е! Фух. Вот гаденыш. Перчик чили мы с вами заработали. И у меня новое достижение. Гроза монстров. Жалко, нету удвоения монет. Ай, жалко, ребят. Все, слизень погиб прямо возле нашего домика. А это говорит о чем? О том, что мы переходим с вами на четвертый, ребята, эпизод. Опачки! А это говорит о другом, что пришельцы прилетают и начинают похищать. Да-да-да, вот они именно те самые пришельцы, с которыми мы с вами будем воевать. Так, ну что же, нам нужно, ребят, прикупиться маленько. И я думаю, что будем закругляться с вами. Мы обязательно, естественно, встретимся с вами в следующей серии и продолжим играть в эту замечательную игру. Сложную, но замечательную. Так, как же это так вот? Вот надо было что-то. Тогда бы мы с вами офигенно бы как сэкономили и патроны, и все. Так нет же, там у меня была бутылочка коктейля Молотова. Так, дай-ка я тут максималка. Для УЗИ я забыл тоже прикупить патроны. Ну ладно, ребятулечки, все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. You know what you need, you know where to go. Remember.